Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. У меня в комментариях спрашивают, не замерзнет ли рыба часто, как она будет жить под водой. Да, как прекрасно она будет жить. Почему-то все с ума сходят по этой рыбе, по карпам кои, считают, то, что они какие-то особенные. Это обычный карп, только цветной. Он абсолютно точно такой же по восприимчивости. Вот. То, что там вы читаете в этих в литературе в какой-то, да, то, что там им нужны особые условия. Ну, я вам на практике говорю, то, что им не нужны особые условия. Им нужно нормальное питание. И все. И они почти любые условия выдерживают. У меня караси дохли, а карп кой выживал. Поэтому здесь сложно говорить об этом. То, что кое какая-то рыба неприспособленная. Вот. Есть умники, которые пишут, не замерзайки подлей в этот в прудик, все равно рыбку не спасти, хоть прудик спасешь. Люблю таких людей побольше. Вас надо на этой планете, и веселее будет жить. Вот. Хотел показать, как вот компрессор вокруг себя топит. Вот. Это все от него тает, потому что он греется сам. И вокруг себя тает лед. Тогда, помните, когда наросла, да, льдышка эта. Вот он своим теплом оттаивает. Вот эту дырку я не трогал. Она вот как есть, так и есть, не замерзает пока что. Эту я вот сегодня один раз лопатой ударил, он пробил. Так вот, полыня есть. Вот, я не знаю, я на самом деле выбирать, если теплую полыню, да, делать там из кабеля, или же компрессор, аэрацию, я выберу всегда компрессор. Ну вот, это, по крайней мере, для рыбы то, что нужно. Если у вас просто прудик, в котором нету живности, так вам нафиг не нужна эта полынья и аэрация. Забудьте на зиму, либо на лето, ой, на зиму очистите и катайтесь на своих коньках там. Вот. Поэтому, если у вас рыба, обязательно компрессор ставьте. У меня прудик небольшой, сколько вот там, 3 на 3, да? Вот. Поэтому мне это выше крыши этого компрессора на зиму. То есть все замерзло, ну, замерзло и замерзло. Главное, что рыба, я вижу, то, что плавает подо льдом, и все. Замерз он хорошо. Я думаю, сантиметров 20 точно. Где-нибудь вот здесь по краям. Вот. Все негативщики, конечно. Вы что там, замерзли, что ли? Что у вас столько негатива из вас прет. Если нет у вас прудика, ну заведите прудик и радуйтесь жизни, экспериментируйте с ним. Либо же, если вы такие умные, можете все делать по книжке, как вы считаете нужным, и потом показать свои результаты. Я не боюсь показывать свои результаты, что как у меня здесь все происходит. У которых не получается, они только и могут что в комментариях какую-нибудь хрень писать, а своего ничего не могут показать. Вот, так что такие вот дела. У нас сегодня солнышко. Счистил с крыши немного снег, чтобы солнца было больше, чтобы здесь теплее было. Вон там подо льдом красненький. Подплыл. А там оранжевый. Ну не знаю, через телефон плохо видно, глазом лучше. Так что такие вот дела. Все замерзшее. Биозагрузка тут ожидает своего хода. Все в замерзшем состоянии. А, что я хотел сказать. Вот, у меня, допустим, снег вот почти полметра, сантиметров 40. Вот, по кругу у меня снега.
У нас это Московская область, чтобы все понимали, кто в Московской области живет, то знает это. Вот. Я не понимаю, вот есть ребята, которые в теплых регионах живут, где у них там, не знаю, месяц зима, ну как относительная зима, да, там на месяц снег выпал, что-то городят, какую-то строят. Блин, если у вас зима, да, какая-то короткая, и если температура уже упала меньше 10 градусов, ваш карп все равно не будет есть. Нахрена что-то городить, там выпендриваться? Подождите этот месяц, когда или два, или три. Это у нас полгода зима, льды везде. Вот. А чего вы там городите, я не пойму. Дайте рыбе отдохнуть. Все равно есть она не будет, когда ниже 10 градусов. Даже иногда 12 градусов. Ну-ка, посмотрим. Здесь даже можно на упаковке где-то написано. Я просто где-то видел. А, вот здесь где-то. Даже на упаковке написано. Видите? Выше 10 градусов. И когда опускается температура ниже 10 градусов, какие-то там шалаши городить, какие-то лунки делать, что-то зачем? Я вот этого не понимаю, допустим. Все, ниже 10 опустилось градусов. Ну и ждите, когда тепло, весна придет у вас. Это мы от безвыходности здесь. Теплица, чтобы там на пару месяцев сократить зиму, я делаю себе. А в теплых регионах я вообще не понимаю, зачем это все делается. Если я не прав, напишите. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Вот. Так что у нас зима. Солнечная зима. Сегодня какое-то 8, наверное, 9 января. Рудик замерзший, рыбка плавает. Компрессор дует. Он же и обогревает, он тепленький. И теплый воздух, соответственно, дует под воду. Вот. Так что так. Булькает полынья там, которая всем необходима. Я уже решил этой весной закуплю обычного карпика. Буду обычного карпика еще разводить. Ну, тоже мелочевки куплю. Мелкого и буду разводить. Но это уже на еду. На еду, на продажу. Вот. А этих буду выращивать побольше цветных. В размере, я имею в виду. Ладненько, все. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в новых видео. И... злыдни, которые там пишут, давайте устроим баттл в наших комментариях. Всем пока.